Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на YouTube-канале Политека. Меня зовут Евгения Кутнова. Оставляйте лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Мой собеседник сегодня — военный эксперт Михаил Самус. Михаил, я очень рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, рад приветствовать. Михаил, предлагаю нашу сегодняшнюю беседу начать вот с такой вот новости. Financial Times пишет о том, что Россия сейчас накапливает авиацию вблизи границы с Украиной для поддержки наступления. Сообщается, что российские сухопутные войска достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят это в воздушную битву. Битву с первых дней войны Россия экономно использовала свои значительные военно-воздушные силы, полагаясь на ракеты дальнего радиуса, действия, артиллерию и сухопутные войска. Михаил, скажем так, вот что означает это сосредоточение вот этой авиации вблизи границы с Украиной? Возможно, вам известно, где именно, да, вот она скапливает свои такие силы? И что, в принципе, может означать вот это вот сосредоточение именно авиации? Ну, я могу сказать, что автор этой статьи — человек, который не разбирается в военном деле. Он где-то чего-то услышал, возможно, действительно ему сказали, что идет какая-то концентрация авиации на аэродромах, и человек не понимает, зачем нужна авиация в современных боевых действиях. То есть утверждение, что Россия использовала экономно свою авиацию. Ну, извините, она использовала экономно, потому что она ее практически не могла использовать, потому что она не могла войти в украинское небо. Дело в том, что современная наступательная операция, она в принципе называется воздушно-наземная наступательная операция. В некоторой классификации она вообще называется воздушная наступательная операция, в которой основным этапом является действительно авиационные ракетные удары, которые обеспечивают, во-первых, господство в воздухе, театра военных действий. И дальше авиация именно уничтожает командные пункты, пункты государственные, военные, военная система управления, основные инфраструктурные объекты, склады с боеприпасами, такую инфраструктуру, как мосты и железнодорожные узлы и так далее. И наземная фаза, в принципе, начинается, когда воздушная фаза достигает успехов. Россия провела имитацию успешной воздушной фазы, потому что, если вы помните, уже к вечеру 24 февраля российская пропаганда заявила, что, в принципе, штабы разбиты, украинская армия превращена в какие-то куски бывших ВСУ, они ведут какие-то спорадические боевые действия, но они уже не управляются с генерального штаба и командования вооруженных сил Украины. Уничтожены основные инфраструктурные объекты, уничтожены склады с боеприпасами, уничтожено, что важно, ПВО и авиация Украины. Это означает, что Россия 24 числа уже продекларировала господство в воздухе. Но потом оказалось, что совершенно ситуация не так обстоит. После того, как украинская авиация и ПВО показали, где раки зимуют, буквально в эти же часы, когда пропаганда отрабатывала запланированные темники, потому что, ну, очевидно, что эти заявления готовились заранее, никакого господства в воздухе не было, и российская авиация просто вынуждена была выйти из украинского неба. И все это ограничилось ракетными ударами, причем не по военной инфраструктуре в основном, а по гражданской. Мы это видели. Потому что здесь у России проблема, у нее нет нормальной спутниковой разведки. Она полагается только на агентурную разведку, она опять же не является панацеей, потому что нет такого потока информации в режиме реального времени. И поэтому они используют ракетные свои удары по тем объектам стационарным, которые, ну, грубо говоря, в 70-х годах эта электростанция была построена, или ТЭЦ, вот они ее отрабатывают, она никуда не делась, агент прошелся, да, стоит электростанция, окей, они координаты наметили, шахеду или ракете и запустили. Поэтому они экономно использовали свою авиацию не из-за того, что они такие умные, а потому что они ее просто не могли использовать над театром, они провалили вообще современную наступательную операцию с точки зрения как раз высокоточных ракетных ударов и массированного использования авиации для уничтожения тех объектов, о которых я говорил. Поэтому то, что говорится в статье Financial Times, оно в корне неправильно. Да, Россия может сконцентрировать свою авиацию, но опять же, если говорить, что они потеряли свои наземные силы, то есть там говорится, что они утратили там свою эффективность. Просто заводить авиацию сейчас в украинское небо, когда украинское ПВО и авиация усилились,
Ну, про авиацию не будем говорить, но ПВО точно усилилось, потому что по состоянию 24 февраля прошлого года у нас была исключительно советская противовоздушная оборона. Сейчас у нас ПВО и ПРО имеют западные образцы вооружений, которые являются намного эффективнее, в том числе, естественно, и в борьбе против авиации. Ну, то есть, если мы говорим о борьбе против ракетной техники, беспилотников, то уж с авиацией это ПВО точно справится. Поэтому действительно они могут концентрировать авиацию, действительно они могут готовить определенные операции воздушные по поддержке наземных действий. Ведь если мы говорим о том, что они попытаются провести какие-то активные боевые действия на Донбассе, но им желательно каким-то образом поддерживать наземные действия авиацией. У них это иногда получается, но в значительной степени нет, потому что украинцы и на переднем крае, естественно, имеют свое ПВО. В основном это ПЗРК или системы, которые созданы на основе ПЗРК. Поэтому ну вот, каждый день, в принципе, идет сообщение, там один-два самолета сбивается или вертолета. Он даже Пригожин потерял свой самолет. Немножко его так повредили. Я надеюсь, что ремонт займет очень длительное время, потому что опубликовали они видео, как там в двигатель прилетело. То есть, это в принципе... ответ был? Что-что? Это был ответ, учитывая, что он из кабины этого самолета или вертолета, не знаю, как правильно сказать, вызывал Зеленского на дуэль. Ну, я не думаю, что тот военнослужащий ВСУ, который уничтожал этот самолет, он думал о дуэли Зеленского и Пригожина, он выполнял свою задачу. Поэтому... А Пригожин пусть я там расценивает как угодно. Неудавшуюся дуэль или еще как-то, или карму, или еще что-нибудь. Дело в том, что я описываю что, ситуацию, что вот этот одинокий Су-24, который как-то там петляет и пытается с дальних подступов применять оружие, и то его бахнули. Представьте себе, взлетает, например, 20 самолетов и пытаются пробиться в украинское небо. Ну, я думаю, что... Особенно если мы получим сейчас Patriot и SMT, систему французско-итальянскую, то там вообще шансов никаких не будет, потому что как раз эти дальнобойные, высокоточные западные системы, они закроют небо для украинской армии очень надежно. И мы говорим в основном о противоракетных действиях. Против авиации действовать легче. Это обычные цели для тех систем, которые разрабатывались и в Советском Союзе, то есть ТС-300, и Буки, ну а западная техника абсолютно готова к уничтожению российской авиации, которая не обладает никакими магическими свойствами с точки зрения невидимости на радарах. Поэтому вот эта статья Financial Times, понятно, что журналисты, я хочу напомнить, что Financial Times там дней 10 назад писала о том, что будет широкомасштабное наступление, что вот где-то вот в эти дни русские должны Киев начинать захватывать. Вот можно вспомнить эту статью, у нас же память хорошая. Дальше были несколько статей еще, что вот все уже, вот широкомасштабное наступление будет через 10 дней. А это публикации были 6 февраля. Ну вот смотрим, сегодня 15. То есть к публикациям западной прессы тоже нужно относиться очень критически и оценивать их. Вот буквально берем и оцениваем эту статью с точки зрения экспертизы, военной экспертизы. С точки зрения военной экспертизы, да, там очень много таких устрашающих фактов, но на самом деле они указывают на то, что человек, который писал, он не разбирается в тактике, в оперативном искусстве, особенно применение авиации в современных боевых действиях. Поэтому, да, концентрация авиации возможна. Это несложно сделать на... аэродромы российские может концентрироваться, на аэродромах может концентрироваться авиация для различных целей. Они могут отрабатывать действительно задачи в рамках подготовки какой-то массированных атаках на украинскую территорию, но это все в рамках учебных задач. Пока российская авиация не смеет заходить в украинское воздушное пространство, и с каждым днем возможности для этого у них уменьшаются. Конечно же, они в той статье еще говорится, что вот Россия хотела бы уничтожить украинское ПВО. Ну, конечно, хотела бы. Они этим занимались 24 февраля и объявили, что украинское ПВО не существует. Но потом почему-то это украинское ПВО
показала, что очень даже существует, и на данный момент сбивает около 80 и больше процентов ракет. Я уже не говорю про авиацию, которая пытается заходить. Поэтому будем наблюдать дальше, конечно, но я бы на эту статью Financial Times не очень как бы смотрел как на источник информации, именно прогностической информации. Михаил, если позволите, я все же уточню. Просто правильно ли я понимаю, ну, допустим, вот это вот сосредоточение авиации, может ли свидетельствовать о том, что, ну, понятно, что это наступление уже началось, но имеется в виду, что когда, я правильно понимаю, идет бой и идет наступление, то сначала же правильно идет пехота, правильно, а авиация сверху вот прикрывает. И, возможно, вот если они, собственно, эту авиацию, ну, эти самолеты, да, подгоняют к границе, вот, возможно, они готовятся вот к какой-то очередной массированной атаке, вот таким вот образом это может об этом свидетельствовать? Ну, этим занимаются штурмовики Су-25. Это вот вы описали, ну или там Су-24 могут проводить бомбардировки, но это уже тактические действия. То есть, если пехота пошла, за ними авиация, но это уже как бы самый нижний уровень действия авиации, это поддержка на фронте. Если мы говорим о концентрации авиации и проведении воздушной наступательной операции, то есть это уровень выше, чем просто боевые действия где-то в каком-то населенном пункте. Тогда авиация идет первая. Я подчеркиваю, что во время операции вот надо сразу смотреть, ведь русские копируют американцев. Как действовали американцы в Ираке или бывшей Югославии? То есть они в основном занимались именно воздушными ударами, а наземные силы уже подключались в самом конце, когда нужно было закреплять те действия, которые совершались авиацией. То есть высокоточное оружие, разведка, авиация, они создают условия. Это вот как мы говорили, чем занимаются сейчас вот украинские войска, когда они хаймарсами все время там, 2 месяца били по левому берегу Херсонской области. Это было shaping operations. Это то, чем занимается в принципе, в том числе авиация при проведении воздушно-наступательной операции. То есть это идет shaping battlefield, то есть формируется, размягчается противник на глубину, которая позволяет воздействие оружия. И украинские войска таким образом размягчили левый берег и создали условия для того, чтобы вот этот жест доброй воли, у России не было других выходов, только жест доброй воли с правого берега. Потому что все склады с боеприпасами, логистика, командные пункты на левом берегу были уничтожены. И это означает, что ни поставки, ну, естественно, мосты, логистика на правый берег. И им уже не оставалось ничего, как просто уходить с этой территории. Они не могут продолжать боевые действия. То же самое, если мы говорим о действиях авиации в этой... Вот если мы концентрация авиации, это не означает, что это штурмовики Су-25. Это должны быть многофункциональные самолеты, именно которые должны работать и по земле, и в небе. Повторяюсь, завладеть господством в воздухе. Для того, чтобы противник вообще не имел возможности работать ни авиацией, ни ПВО. И тогда авиация начинает утюжить уже тоннами, просто тоннами бомб высокоточного, не очень высокоточного оружия. Те объекты, которые ракетами, они пытаются долбить, но, повторюсь, они могут, во-первых, это делать по стационарным объектам, а во-вторых, у ракеты нет такой мощности, которая могла бы уничтожить тот же мост, например, и поэтому это нужно делать авиацией. А авиация не может заходить. Поэтому если мы говорим, что какая-то там ротная группа идет штурмовать Бахмут и поддерживает Су-25 или два Су-25, это одни действия. Но когда мы говорим о операции, это совершенно другие. Там должны принимать участие десятки, сотни самолетов, которые пытаются прорвать ПВО и потом уже начинать устанавливать свои порядки и в воздухе, и на земле. Это, ну, то есть в современных условиях, в современных операциях авиация играет исключительно важную роль, именно первую роль. Потому что вот я помню, что мы там за полгода до 24 февраля прошлого года, вот я, например, постоянно говорил, нам нужно ПВО и ПРО, нам нужно ПВО и ПРО. Патриотс должны быть, потому что Россия начнет с ударов ракетами и авиацией. Ну так оно и получилось. Естественно, они копируют американцев. Единственная у них проблема отсутствие разведки нормальной и, естественно, ракеты не такие эффективные, авиация. Ну, естественно, они почему-то решили, что у Украины нет ПВО, нет авиации.
Вот, вот это их было главное. Но опять же, возвращаясь, у них нет нормальной разведки. Вот оно все крутится там. Нет информации, принимается неправильное решение. И ты действуешь уже в тех коридорах решений, которые куда тебя заводят совершенно в другую сторону. Хорошо, Михаил, давайте поговорим немножко о помощи, ту, которую нам предоставляют западные партнеры. Известно о том, что проходит заседание контактной группы в формате «Рамштайн». Уже то, что известно, то, что нам дают Брэдли и Абрамс из США, «Челленджеры» Великобритания, также еще модернизированные танки от США, Нидерланды и Чешская Республика дают танки, вот, и Т-72 дают Польша. Но видим, как все надеялись на то, что этот «Рамштайн» станет самолетным, пока об этом говорить рано. Да? Вот министр обороны Германии сказал о том, что через несколько месяцев только об этом, возможно, будет можно говорить. Вот как бы вы проанализировали ту помощь, которую вот на данный момент, вот, то, что озвучено? Ну, я оцениваю так, что наши партнеры, союзники и наше Министерство обороны и командование вооруженных сил Украины сосредоточились на конкретной задаче. Подготовка к контрнаступательной, наступательной кампании весной. И для этого нужно конкретное, скажем так, количество тяжелой техники, конкретное количество артиллерии, боеприпасов, высокоточных боеприпасов и так далее. И это решение сейчас принято, и оно выполняется. То, что мы видели в порту в Германии, уже эта техника находится, там 400 с чем-то образцов, единиц бронетехники, включительно с Брэдли и так далее. Все это значит, что решение выполняется, наши танкисты активно готовятся, учатся использовать «Леопард-2», что, ну, вообще замечательно. И поэтому я думаю, что к концу марта у нас будут готовы те ударные группировки, о которых говорил генерал Залужный. Это самое главное. То есть это та задача, которая ставилась, и она выполняется и будет выполнена. Это то, что значит вот результаты этого «Рамштайна». По поводу самолетов. Именно министр обороны Германии очень интересную вещь сказал, что мы сможем, ну, он так интересно сказать, вернуться к этому вопросу через 3-4 месяца, когда будет обеспечена полная безопасность украинского неба. Здесь возвращаемся опять же к тому, что я только что говорил. Patriot и SAMP-T. Как только эти системы будут поставлены, и тогда можно будет говорить о размещении авиации на нашей территории. Ну, потому что я себе представляю так, этот брейнсторминг, который проходил, возможно, он проходил раньше, а все-таки «Рамштайн» — это уже такая официальная часть. Когда там, американцы, немцы, британцы, украинцы сидят и размышляют, как это все будет происходить. То есть, вот давайте представим, мы вам поставляем сейчас две эскадрильи еврофайтеров. Да? Куда мы их поставим? Ну, украинцы, например, отвечают, что мы их будем размещать на различных аэродромах, будем постоянно проводить ротацию и так далее. И вопрос такой, какая вероятность, что при следующем ударе, например, 100 ракет плюс там 50 шахедов, будет уничтожена какая-то часть этой авиации? При отсутствии патриотов и SAMP-T у нас остается сейчас в основном объектовое ПВО и ПРО. То есть, причем о ПРО, опять же, можно говорить условно, потому что Ирис-Т и НАСАМС обладают ограниченными противоракетными возможностями, именно объектовыми. То есть они прикрывают, ну, например, такой купол, если так изобразить, там 30 километров радиусом. Если же мы получаем патриоты и SAMP-T, несколько, например, батарей, тогда мы вот эти купола растягиваем с радиусом, например, 100 километров, да, и, естественно, и патриоты SAMP-T имеют уже нормальные, скажем так, противоракетные возможности. Плюс к этому мы получаем еще за эти 3-4 месяца больше и больше ПВО именно объектового, плюс установок, которые борются с шахедами, именно зенитной артиллерии, в том числе обеспечены радарами. Я так понимаю, что и с гепардами проблема будет решена, потому что Швейцария до сих пор не решила вопрос о предоставлении нам боеприпасов и оружия, им запрещает их, видимо, мораль какая-то непонятная, но или религия у них какая-то своя. Но смысл в том, что Германия сейчас уже решила будет выпускать самостоятельно эти боеприпасы для гепардов. Гепарды — это зенитные установки, которые находятся на танковом шасси «Леопард-1» и очень эффективны, потому что у них есть свой радар. Они очень, это зенитные артиллерийские установки. Они очень эффективны против шахедов в том числе.
Поэтому за эти как раз 3-4 месяца ПВО и ПРО Украины получит новый импульс, который может обеспечить уже более гарантированное базирование авиации на территории Украины. И что интересно, вот как раз вот, если мы говорим о проведении весенней кампании, то как раз к крымской кампании мы приступим где-то через полгода. То есть здесь пока по времени все сходится. Если у нас через полгода появится система ПВО и ПРО, которая закроет нам небо, и авиации можно будет более безопасно находиться, базироваться, то и как раз к этому времени нужно будет проводить операцию по деоккупации Крыма, то в принципе вот авиация, которая появится у нас через 3-4 месяца, это абсолютно, я бы так сказал, оптимальный срок, исходя из реальной обстановки. Михаил, я уточню, если позволите, вы говорите о том, что крымская кампания через полгода, а получается контрнаступление весна планируется, то есть изначально получается, что мы пойдем таки освобождать Донбасс, не Крым, как ранее. Вот знаете, военные эксперты тоже. А как можно было вас... То есть кто-то говорил вам, что можно сразу прыгнуть в Крым? Да, Светан говорил, вот я общалась с Романом Светаном, он говорил, что логичнее было бы изначально пойти в Крым. Но в Крым, чтобы пойти, во-первых, надо освободить Запорожскую и Херсонскую область. Это тоже не расплюнуть на самом деле. Конечно же... Это понятно, что все не расплюнуть. Просто да, то есть все это... Дело в том, что вот чем сейчас россияне занимаются? Они на фоне того, что они там пытаются головой пробить Донбасс, там ложат тысячами своих... солдат, пытаясь достичь вот этой, реализовать эту политическую задачу, они одновременно усиливают оборону как раз на юге. Они пытаются, они понимают, что будет происходить, в принципе. Они понимают, что Украина пойдет на Мелитополь-Бердянск, разрезая группировки, перерезая наземный коридор и дальше начиная зачистку фактически, вот если мы представим себе линию Мелитополь-Бердянск, то дальше, конечно же, левобережье Херсонской области, там уже получается как бы очень непростая ситуация для русских, и там будет проводиться отдельная операция. Опять же, Shaping Operation, которая, не забываем, что нам все-таки, я надеюсь, уже дали, может, или будут давать Ground Launch Small Diameter Bombs, то есть вот эти вот боеприпасы, которые 150 километров летят и применяются с Хаймарсов, и это нам очень поможет с правобережья очень хорошо зачистить высокоточным оружием левый берег, а в рамках проведения еще и наземных операций все это будет очень эффективно. Дело в том, что это 150-километровые боеприпасы, они нам как раз и обеспечат полное покрытие и Мариуполя, и всех, как бы, всех оккупированных территорий, если мы говорим о юге, начиная от российской территории и заканчивая аж левобережьем Херсонской области. Поэтому тут вот эти вот высокоточные боеприпасы будут играть очень важную роль. Но если мы проводим там операцию, то, естественно, мы должны думать и о Харьковской области, и о Луганской области. И если мы говорим, что будет первым освобождаться, например, город Донецк или Крым, вот здесь действительно можно подумать. Потому что там территории действительно очень укреплены. Там не только украинская армия строила укрепрайоны 8 лет до 24 февраля. Поэтому там действительно вот эти агломерации Донбасса промышленного, они сложные для того, чтобы проводить там такие вот штурмовые действия. И я думаю, что есть смысл, если будут возможности, проводить сразу деоккупацию Крыма. Потому что деоккупация Крыма, она может привести реально к очень непростым процессам в самой России. И так может выйти, что Донбасс уже не нужно будет военным способом освобождать. Русские оттуда просто будут бежать, потому что в самой России начнется расслоение и деструктивные процессы, которые явно будут во второй половине этого года, даже исходя из экономической ситуации. Экономическая ситуация будет просто катастрофическая. То, что сейчас происходит в России, они там, это знаете, мне напоминает, когда у человека аппендицит, а они применяют тоннами обезболивающие. Это вот примерно то же самое сейчас происходит, потому что экономика находится над пропастью из-за резкого
ограничения по нефти, газу, нефтепродуктам, я надеюсь, еще и по атому точно так же будет ограничение, они говорят, что все хорошо, ничего страшного, мы там немножко подтянем, там какой-то дисконт, а мы сейчас в Индию пойдем, а мы сейчас в Китай пойдем. Экономисты говорят, ну не бывает такого, должна быть инфляция, должно быть падение рубля там до 200. Нет, они пытаются играть, вот Путину нужно показать свою стабильность. Это может привести к тому, что где-то так вот как раз к лету, к осени может начаться просто резкий обвал экономики. И действительно, когда рубль за один день станет 200, вот это начнется интересно. В том числе и на фронте, потому что всем станет понятно, что кроме того, что Крым падает, падает в понятии Путина, тут еще и экономика летит непонятно куда, в пропасть и так далее. Поэтому действительно тут есть варианты. Что будет первое? Донбасс, именно вот агломерация вот эта промышленная. Я не говорю о тех, о, например, о Луганской области. Но Крым, в основ... вот почему важна авиация для Крыма? Потому что, ну, просто глубина фронта плюс море накладывает совершенно другие требования. Ну, во-первых, воздействие, опять же, для проведения shaping operations, для того, чтобы уничтожить береговую инфраструктуру флота и других войск оккупационных на территории Крыма, нам нужны инструменты с дальностью 300 километров. То есть это ракеты или Атакамс, или Storm Shadow, британские, французский вариант Скальп, который применяется, опять же, с самолетов, это могут быть Еврофайтеры, например. И нам нужно владеть господством в воздухе. Без господства в воздухе проводить наземные операции в Крыму, такие длинные, там все очень, вот через узкое горлышко нужно будет пройти, и если мы не владеем воздухом, в этот момент Россия может владеть воздухом, и тогда украинские ударные группы будут подвергаться как раз ударами авиации противника. А это нельзя допустить. То есть для этого нам нужно и разворачивать ПВО, и разворачивать противо-ПВО системы. То есть это та же авиация уже с противорадарными ракетами. То есть здесь такая более интересная операция, если мы говорим о Крыму. Там нужно будет уничтожить Черноморский флот. Нужно будет уничтожить его береговую инфраструктуру. Поэтому авиация очень была бы полезной именно в этой ситуации. Михаил, а что с ударными дронами? Вы тоже вели с них беседы о том, что мы можем их получить. Вот я так правильно понимаю, что это по типу как Байрактар, и они, в принципе, могут отчасти заменить вот авиацию. Верно ли я понимаю или нет? Поправьте, да, они, скажем так, Байрактар – это развитие тех американских беспилотников, которые были пионерами в этой сфере, ну, хотя Израиль и Соединенные Штаты были всегда пионерами в этой сфере, и вот те беспилотники ударные, о которых идет речь, американских, они были действительно первыми массовыми беспилотниками, которые вот, проводили очень эффективные операции. Вот помните, там все время, даже в сериалах показывают, как какие-то террористы ходят там где-то в Афганистане, не знаю, на Ближнем Востоке, и тут прилетает им в голову что-нибудь. Вот это вот эти беспилотники, которые висят в воздухе долго, операторы сидят где-то вообще очень далеко и спокойно смотрят, изучают обстановку, контролируют, ведут разведку, а при необходимости могут и уничтожить объект. Конечно, это немножко другая среда, чем та операция, для которых они были разработаны. Все-таки здесь намного более интенсивно работает ПВО, и нужно и радиоэлектронная система, средства радиоэлектронной борьбы, которые могут влиять на эффективность этих беспилотников. Но абсолютно верно, это более мощные барактары, если можно так сказать. То есть на них можно, у них более дальние радары, более эффективные, у них более, больше полезные нагрузки и большая дальность применения высокоточных средств. Но, то есть, если мы говорим как раз о морских операциях, да, вот на море, там, где большие дистанции, где можно проводить удары, в том числе и по кораблям, мы это видели, и в том числе с использованием барактаров, да, они будут очень полезными, но, опять же, пока традиционную авиацию нельзя заменить. Ну, например, тот же там F-16, Rafale, Eurofighter, это 6-7-8 тонн полезной нагрузки. Представьте, это грузовик берут,
навешивают на этот самолет, и он может применять это все по противнику. Это совершенно другой уровень пока. Ну и там радары совершенно другой дальности. Там 150 километров, например, этот самолет может находить противника, уничтожать его, не входя в зону действия ПВО. То есть это машины, которые действительно... Вот эти вот дальности 150 километров, ракеты 300 километров, это то, что нужно для проведения Крымской операции. Для того, чтобы не делать, как вот россияне там под Угледаром, когда телами просто пробивают и колоннами техники, вообще без авиационной поддержки, без действия РЭП. Ну, то есть, вот это то, что они действуют, такое впечатление, что там действительно ни Академии Генштаба у них нету, ни они боевые уставы все сожгли где-то. Ну, то есть, для того, чтобы проводить такие выдвижения такими колоннами, как морская пехота шла, ну, там надо проводить еще артиллерийскую подготовку, авиационную поддержку. Все средства радиоэлектронной борьбы должны действовать очень активно и эффективно. А потом уже идет, вот под прикрытием вот этого всего идет, выдвигается наземный компонент. Здесь все делается наоборот. Михаил, вот вы упомянули Угледар, давайте немножко тоже подробнее об этом поговорим. Ну, понятно, что армия пыталась РФ захватить, Угледар, видим, что у них ничего не получается. Можем ли мы говорить, что это такой большой провал, потому что мы же понимаем, что вот они делают большую ставку и на Бахмут, и, в принципе, и на Угледар? Да, это провал именно замысла, который заключался в том, насколько я понимаю, Путин поставил задачу Герасимову, мы об этом говорили, что Герасимову дали шанс, ты провалился год назад, ну вот, давай попробуй. И одновременно мы видим, как убирают со сцены Пригожина, Суровикин куда-то вообще исчез. То есть, действительно, Герасимову и Шойгу дали шанс. И они начали действовать на том участке, где, по их понятию, можно достичь хотя бы каких-то успехов и их продать как, в принципе, даже победу. То есть, один из вариантов, который вот я, например, считаю довольно-таки вероятным, что Путин в какой-то момент может заявить, что вот видите, мы заняли Донецкую, Луганскую область полностью. На самом деле это и были наши цели специальной военной операции. Я же говорил, что мы хотим защитить просто наших соотечественников, там, народ Донбасса и так далее. А все остальное это было как бы обеспечение того, чтобы украинские нацисты не могли дальше нападать на народ Донбасса, поэтому мы и на Киев лезли, там, и Чернигов, Херсон и так далее. С другой стороны, есть вот эти вот территории, но он может, то есть, которые они включили, там Херсонскую область, Запорожскую область, которые они включили, им тоже как бы нужно это оккупировать. Но я так понимаю, что ему предложили такой вариант. Сейчас мы проламываем оборону на Донбассе украинскую, таким образом наносим им критический ущерб, они не могут восстановиться, и одновременно начинаем операции опять на Запорожской, в Запорожском направлении, если мы захватываем Краматорск, Славянск, идем на город Днепр, и оттуда опять же вместе с Запорожьем опускаемся на Кривой Рог и дальше идем, может быть, даже и на Николаев с Херсоном, а одновременно проводим форсирование Днепра и таким образом опять возвращаемся к тому, что мы хотели. Идем на Николаев опять. Одесса и, в принципе, вот если мы типа вот захватываем вот эту территорию, в принципе, можно заканчивать, на большее мы, понятно, уже не сможем. Хотя, опять же, тогда аппетит приходит во время еды, а вдруг украинская армия действительно проваливается, Запад отказывается их поддерживать, и мы там уже и на Киев можем пойти. То есть там у них мечты идут очень далеко. То есть, вот, то есть в их понятии, если они возьмут Бахмут, все завалится. Ну, естественно, они хотят еще с Лимана и Угледара заходить вот этими клешнями. Украинская армия валится, и русские начинают, вот повторяют свою вот эту вот героический поход с такими размахами, как у Жукова. И то, что они провалились и под Бахмутом, и особенно ярко под Угледаром, потратив огромные просто человеческие и средства бронетехники, означает, что действительно ну, Герасимов ставил на это дело очень много. Ему было, то есть ему наплевать на потери. Ну, можно сказать, что это Путину наплевать на потери, но Путин в эти дела вообще может не вникать. Он сказал, ребята, вот я вам даю шанс, выполняйте. Если нет, я найду других людей. У меня есть там, он Пригожин, сидит там в приемной, хочет доказать, что он еще что-то может. Причем Пригожин себя вот как раз показал, что он берет, он креативно подошел к делу, да, он там потратил несколько десятков тысяч заключенных, но с другой стороны, красиво все это показывал в видео и красиво их потом хоронят. Хотя бы какая-то
вот есть идеологическая такая вот, скажем так, мифология. То есть создал мифологию романтическую вокруг этого. А в российской армии там никакой романтики нет. Просто тебя берут, как мясо бросают. Правда, назвали морским пехотинцем, правда, там вот пленный говорит, я вообще с корабля. Кто там понимает в специфике флота, матрос корабля и матрос морской пехоты – это совершенно разные вообще существа. Они предназначены для разных задач. И матрос с корабля никогда не станет морским пехотинцем без подготовки полгода. И наоборот, матрос морской пехоты не сможет применять, например, электронные средства корабля или там стрелять ракетами калибра. Это совершенно другие специалисты. Но вот в России это возможно. А, флот, значит, вышли с корабля, пошли воевать морскую пехоту. Ну, там их, и, естественно, и накрыли. Поэтому я думаю, что действительно вот этот вот рывок, который они пытались создать, и то, что они сейчас, они продолжают бросать в топку и на Лиманском, Кременная Лиман направление, и на Бахмуте, естественно, они лезут со всех флангов, пытаясь окружить, вот у них идея окружить Бахмут, и на Угледарском направлении, они не прекратили этих атак, потому что обращение Путина 22 числа. Обращение Путина к парламенту. Вот у них есть, видимо, все-таки они хотели бы, чтобы хоть что-то можно было Путину доложить. Потому что он спросит, что мне говорить на этом обращении. Опять нести бред о том, что специальная военная операция идет по плану. Или все-таки мы что-то скажем. Что, например, вот смотрите, взяли то-то-то, поэтому это означает, что мы уже вот категорически приблизились к решению. Сейчас это все там близко. И мы все это решим, и никаких проблем нет, все будет хорошо. Или просто говорить, как всегда, бла-бла-бла. Я думаю, что, ну, я уверен, что так и будет, что он просто будет говорить очередной бред, который не имеет никакой смысловой нагрузки. Но для Герасимова и Шойгу это опять может означать какие-то ротации, и, возможно, даже какие-то категорические ротации. Потому что, опять же, время уходит, надежда на то, что западная помощь будет уменьшаться, проваливаются, и как раз март, это будет критический месяц, когда Украина может начать уже свою shaping operations. То есть, если мы говорим о том, что активная фаза начнется, например, в начале апреля, то уже целый март Украина может начать активно работать высокоточными средствами по резкому уменьшению, например, концентрации складов с боеприпасами, командных пунктов и всего другого, что, в свою очередь, очень затруднит проведение своих же наступательных операций российскими войсками. То есть у них очень мало времени на самом деле. Ну там еще, русские говорят, распутится. В марте начинаются вот эти вот водные процедуры, которые явно не позволят России проводить активные какие-то штурмовые действия. Михаил, вот Американский институт изучения войны пишет о том, что украинские силы не способны одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. Действительно ли это так? Ну, мы знаем о том, что Зеленский говорил, что нам нужно удержать однозначно Бахмут. И очень много видео, где наши военные, которые сейчас там находятся и воюют, где они говорят о том, что они намерены там держать до конца, да, и находиться там. Но, тем не менее, вот как вы считаете вот заявление вот аналитиков с института? Они сказали, что не могут или могут? Не способны одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. Ну, я не согласен. То есть, вообще, то, что происходит в Бахмуте, это тактические действия в любом случае. Да, они кровопролитные, они страшные, они просто идиотские, если честно говоря, если говорить о 21-м столетии. Но это тактика. Если мы говорим об операции, то я думаю, что наше командование способно сформировать, во-первых, возможности высокоточных средств. То есть, опять же, если исходить из того, что мы говорим о войне Первой мировой или Второй мировой, когда вот надо собрать какие-то вот наземные силы и пойти, как вот россияне делают, это одно. Если мы говорим о наступательных операциях 21 века, то нам нужно преобладание в высокоточных средствах, средствах разведки, в управлении, координации сил, то есть вот проведение shaping operations, о которой мы говорим, то есть формирующие операции с уничтожением на глубину 150 километров. То есть, если у нас будут эти средства, я надеюсь, что они будут на момент начала операции. То есть, размягчение российских позиций на 150 километров вглубь – это страшный удар по их возможности
даже вести наступление на Бахмут. Потому что тоже нельзя вести наступление на Бахмут, не обладая достаточным количеством артиллерии, боеприпасов, бронетехники. Да, они там в основном работают штурмовыми группами, но все равно без артиллерии это вообще превратится в какую-то просто мясорубку. И все это быстро закончится. Поэтому я думаю, что здесь как бы опять же сравнивается теплое с мягким, грубо говоря, потому что концентрация высокоточных средств разведки и других, даже средств электронной борьбы, даже средств противодействия систем ПВО и РЭБ со стороны России, систем разведки, это все оно влияет на способность проводить наступательную операцию. Но одно дело, когда ты знаешь, что там украинской авиации нельзя летать, а другое дело, когда мы уничтожаем всю систему ПВО, и украинская авиация поддерживает тактические действия на отдельных направлениях. Даже советская это авиация, которая у нас на вооружении, те же Су-25 или вертолеты. Поэтому я не согласен, что украинская армия не способна продолжать именно действия в Бахмуте, Угледаре. То есть вот это оборонительная операция на Донбассе. И при этом проводить свои наступательные операции, планировать их, и особенно проводить вот эту вот shaping operations даже на нескольких направлениях. Можем проводить ее и на Донбассе одновременно, размягчая позиции на 150 километров в глубину. На Донбассе это было бы очень полезно с нашей точки зрения и очень сильно ослабило бы российские позиции. Поэтому здесь я с Институтом изучения войны не согласен. Оккупанты круглосуточно сжигают своих погибших в Крыму, сообщает наш генеральный штаб. В селе Красная Зорька, которая находится в Крыму, местные крематории круглосуточно сжигают погибших оккупантов. Таким образом пытаются скрыть потери? Ну, естественно, это то, что мы видим. Значительная часть тел находится на поле боя. Они не забирались длительное время. Значительная часть действительно может уничтожаться и не доходить до территории России. Ведь все это выплаты, это легче написать там, пропал без вести, да и все. И в принципе это может быть навсегда остаться в таком статусе. Тогда не нужно выплачивать ничего. Ну а если говорить о заключенных, которых Пригожин использовал, с ними вообще там правовая ситуация очень простая, они никто, их не существует. Где-то были в тюрьме, потом подписал контракт, дальше мы не знаем. А Пригожин скажет, что я тоже не знаю. Они мне не принадлежали, и все. И на этом вся эта история закончится. Ну, а тела нужно уничтожать, ну, чисто физически, зачем они нужны. Михаил, также хотел спросить вас вот относительно норвежская разведка. Пишет о том, что российские корабли с тактическим ядерным оружием начали выходить в море впервые за последние 30 лет. И вот их местные там СМИ называют вот эту вот новость, скажем так, сенсационной. Ставки повышаются, что это может означать? Это очередно, как обычно, да, вот Путин достает свою вот эту ядерную... Ну, да. Я, честно говоря, не понимаю, почему норвежская разведка сделала такой вывод, потому что дело в том, что штатно на кораблях первого ранга, на подводных лодках стратегического назначения в России ядерное оружие может находиться. То есть тот же ракетный крейсер «Москва», который был уничтожен украинской армией, на нем штатно два тактических ядерных боезаряда находились. То есть в чем суть? На самом деле в советской морской доктрине, вот в военно-морской доктрине, вот те же ракетные крейсера, они были 1.64 проекта, они были предназначены для уничтожения ударно-авианосной группы противника. Естественно, что ракеты, 16 крылатых ракет, которые находились на борту ракетного крейсера «Москва» с обычным боезарядом, они не могут уничтожить авианосную ударную группу. И поэтому там было 16 ракет, две из них ядерных, остальные запускались как отвлекающие, и вот эти вот два ядерных удара по авианосцу и конвою, который, и группе обеспечения, который обеспечивал, он должен был принести успех вот в этой операции. И точно так же на большинстве кораблях, там, крейсерах, фрегатах в том числе, эсминцах советских, они штатно находились, эти ядерные боезаряды. И когда корабль шел на боевую службу, как правило, они применялись. И я не думаю, что за 30 лет
российский флот не выходил в море с ядерными боезарядами. Вот я почему-то думаю, что выходили. И почему сейчас впервые за 30 лет они вышли? Ну, возможно, кто-то им так сказал. Возможно, есть какие-то индикаторы у норвежской разведки. Но я не думаю, что, например, это не могли делать на Тихоокеанском флоте. Или не могли делать на Северном флоте то, что не видит до конца норвежская разведка. Или даже в Черноморском флоте. Потому что ракетный крейсер «Москва» в советское время он нес ядерные боезаряды. Точно так же, как остальные. Опять же, хочу напомнить, что калибры, которые запускаются с кораблей Черноморского флота, в том числе и с ракетных корветов, или они называются малоракетные корабли у них, они предназначены для того, чтобы применяться как носитель тактического ядерного оружия. Поэтому никто не может гарантировать, что на конкретном калибре конкретный калибр не снаряжен ядерным боеприпасом. Тут опять же, как сенсация хорошо, но я бы не стал из этого делать сенсацию. Россия может в любой момент на любой корабль или подводную лодку поставить ядерное, снарядить ракету или межконтинентальную баллистическую, или ракету «Калибр», которая с моря применяется. Михаил, если позволите, еще один вопрос. Вот от нашей разведки ГУР сообщает о том, что с нашими разведчиками сотрудничают очень близкие к Путину люди, которые находятся даже в высших эшелонах Кремля. И они говорят о том, что эти люди смогут свергнуть Путина, если он будет достаточно ослаблен. Ну, мне нравятся, знаете, всегда очень, если честно, новости от нашей украинской разведки. Я вот просто пытаюсь понять и представить, да, вот мы часто говорим о том, что если в окружении Путина люди, которые способны, да, свергнуть его и пойти на это, вот как вы считаете, вот, скажем так, достаточно ли Путин уже ослабел? Или видите ли вы для этого предпосылки уже вот для свержения, скажем так? И готовность таких вот людей, да, пойти на это все. Ну, то, что вокруг Путина есть люди, которые коммуницируют и с украинской разведкой, и с американской, и с другими западами, это 100%. Это 100%. Всегда так было, что в царских дворах российских всегда люди коммуницировали с разными, скажем так, силами мировыми, надеясь, что они могут выжить после катастрофы этого режима. Умные люди понимают, что катастрофа близка, катастрофа неизбежна. Естественно, они пытаются действовать умно, пытаясь выжить в этой ситуации, а при определенных условиях еще и захватить власть. То есть тут же не просто нам сбежать на Запад, а создать такие условия, когда можно захватить власть. Сейчас, вот, когда мы видели вот эти потуги Пригожина и Суровикина полгода назад, было подозрение, что кто-то, например, из окружения Путина делает ставку на них, вот он как бы их подсвечивает, на самом деле это кто-то за ними стоял из ближайшего окружения. Потому что эти люди в той иерархии, они никто, они могут быть убраны в течение там 5 минут. И Кадыров, и Пригожин, и Суровикин, это вообще, это люди, которые не могут влиять на какие-то решения в Кремле и так далее. Но их можно было подсветить, вот изобразить, попробовать. Путин понимает это, конечно, он играется сам в свои игры, он в свою очередь играет в баланс и поднимает то одного, то другого, понимая, что вокруг него очень много предателей, и ему приходится вот так страдать из-за этого и жить в очень сложной ситуации. Я думаю, что как только действительно начнется экономическая катастрофа, тогда вот эти все силы активизируются. И, возможно, будет готовность убрать Путина. Потому что в определенных условиях это может быть последним шансом для этих людей выжить. Ведь альтернативным развитием ситуации, при вот таком катастрофическом развитии в экономике и на фронте, сам Путин может возглавить, скажем так, новый путч. То есть он может заявить, что вокруг меня куча предателей, я их сейчас всех расстреляю, и там начнется там, например, массовое задержание там, высокопоставленных чиновников, там Патрушева к расстрелу приговорили, или еще что-то там. И сам Путин превращается в такого вот просто не то что Сталина, а такого вот супер жесткого, злого такого диктатора, который зачищает всю площадку, вот эту полянку, как они говорят, и потом начинает как-то пытаться
уже выходить из этой ситуации, исходя из новых реалий, когда Россия проиграла на самом деле, экономики нет, она изолирована, но для того, чтобы удержаться при власти в состоянии такого диктатора, в принципе, можно себе позволить, народ держится в ежовых рукавицах, кто недоволен, того просто уничтожают, причем тихонько. Даже как у Сталина там проводились какие-то судебные тройки, какие-то заседали, там еще какие-то публичные процессы. Тут просто людей просто будут, они будут исчезать просто и все, без какой-либо информации. А за любой комментарий в Телеграме или там где-то еще будут просто тоже люди исчезать. И все затихнут. Это вот, кстати, в Беларуси такое вот, оно, в Беларуси-то оно реализовано. Там люди настолько запуганы, что они ходят и улыбаются, знаете, как немного не в себе. Вот до того люди доведены. И точно так же в России может реализоваться. Поэтому те люди, которые вокруг Путина находятся и коммуницируют с Западом, с Украиной и так далее, они вот играют, конечно же, в русскую рулетку. И Путин играет в русскую рулетку. Кто первый? Или Путин возглавит вот этот путч, или кто-то другой возглавит путч. Но кто-то путч должен возглавить, потому что Россия, которая будет валиться в эту пропасть, ее может спасти только путч, который вот создаст диктаторский режим. Иначе она начнет разваливаться, но там начнется уже хаос. То есть там спрогнозировать вообще невозможно. Но вот, мне кажется, наиболее вероятный вариант развития сейчас именно вот условный путч, причем как под лидерством Путина, так и под лидерством тех людей, которые высокопоставленных, которые хотели бы самим захватить власть, и потом тихонько уже начинать разворачивать это в какую-то сторону, коммуницируя с Западом, торгуясь о своей судьбе, торгуясь о возможности какого-то развития. Михаил, я благодарю вас, как всегда, за качественный анализ. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время. Уважаемые друзья, я также благодарю за внимание и вас. Я благодарю за все ваши подписки, комментарии, за все ваши лайки. Пишите нам, продолжайте, кого бы вы хотели видеть в наших эфирах. Еще раз спасибо за внимание. Всем всего самого доброго и до новых встреч.